Приветствую вас на своем канале. Готовим вкусные голубцы в духовке. Для начала подготавливаем капусту. Делаем разрез не до конца. В кипящую воду добавляем соль. И туда же отправляем капусту. Вот так листочки отделяем и варим полминуты, а потом их достаем. Продолжаем. Капусту заливаем холодной водой и оставляем на 5 минут. Убираем жесткие части капусты и разрезаем пополам. Вот так. Капуста готова. В говяжий фарш добавляем лук мелко нарезанный, чеснок, рис, сушеный базилик, красный перец, можно острый, можно сладкий, черный перец, соль и воды. Все
Все это хорошо перемешиваем руками. При необходимости добавляем еще водичку. Наш фарш готов. А сейчас заворачиваем голубцы. Наши голубцы готовы, а сейчас готовим соус. В горячую сковороду добавляем сливочное масло, добавляем лук и сладкий перец. Добавляем томатную пасту. И обжариваем. Добавляем соль, красный перец, черный перец и одну ложку сахара. Все это перемешиваем. И заливаем водой. Варим 5 минут. Наш соус готов. Половину наливаем в форму.
Кладем голубцы. Вот так. Сверху заливаем соусом. Сверху кладем сливочное масло. И накрываем фольгой. Отправляем в разогретую духовку на 2 часа. Температура 180 градусов. Сверху засыпаем свежей зеленью. Спасибо, что посмотрели это видео. Желаю всем приятного аппетита!